Всем привет! Не зима, а, как говорит Петросян, чума чудильная. Вчера утром был снег, причем такой хороший, слой лежал сантиметров около 10, наверное. Потом в обед пошел дождь, полдня шел ливень, вечером уже снега не было. Сегодня он опять насыпало чуть-чуть. Ладно. Вопрос сегодня не в этом. Нужно набрать дров. Сегодня будем коптить сало. Сало горячего копчения. Очень вкусное, я уже делал не раз. Гости сметают сразу. Мангал я разжег, он горит. И теперь замочим вот такие вот опилки. Щепа ольховая для копчения. Холодную воду минут на 15-20. Я все замочу их немного. Все. Оставляем, пусть набухают. Это для того, чтобы они сразу у нас коптили, не сгорели, а потихонечку плели. Наши опилки размокли. Спаем их на дно коптильни. Так как сало имеет свойство таять, коптить мы его долго не будем. Минут 15 подержу на огне ящик, затем сниму и оставлю еще на часик остывать. Ставим решетку, которая повыше, чтобы подальше от огня. И выкладываем куски сала. Солил его 2 недели назад. Оно просолилось с чесночком, с перчиком. Ароматное. Специально резал на небольшие куски, потому что оно толстое, что быстро и просолилось. И ко мне гости приезжали, оставили мне свой еще кусок сала, просили тоже закоптить. Он мне, конечно, поинтересней, с прослойкой мяса, тоненький. Все, все выложили. Теперь берем крышку. Так. Этот не хочет. Сейчас мы немножко промнем решетку. Конечно, его лучше коптить холодным копчением. Но горячий тоже вкусно. Все. Вот так горит у меня мангал. Ставим. Засекаем 20 минут. И снимаем. При таком копчении получается очень вкусная семга. Предварительно ее нужно посолить, немного поперчить и оставить просолиться на пару-тройку часов. Готовится она также быстро, в районе 20 минут, не дольше. Тоже съедается моментально. А вот такой некопченый сало лежало бы и лежало в холодильнике. Сейчас закоптится и сметут все. Огонь не сильный. Можно на углях делать, кто-то ставить повыше на решетку. Мне кажется, 20 минут будет многовато. Оставлю, наверное, на 15. Чтобы оно не сварилось. Просто не открывать сразу, когда снимешь, а оставить, чтобы на час постояло, чтобы сало пропиталось дымком получше. И через час открыть. А дальше в холодильник, остудить его, порезать и с хреном. Да и без хрена вкусно. Короче, когда будет готово, покажу. Прошло 15 минут, и я решил уже снять. Боюсь, просто оно пережарится у меня там. Поэтому оставляю его теперь в ящике, пусть остывает. Через полчасика открою. Итак, мое сало остыло. Вы не пугайтесь, что оно такое страшное и черное. Здесь подгорел чеснок, который на нем был. Это не критично. И его после того, как оно немного остынет, можно почистить ножом. И получается вот такой вот кусочек, видите? Абсолютно нормальный. Оно еще не остыло, видите, прозрачное. Вот я уже нарезал.
это не грязь, это копоть. Берем вот такой вот кусочек сала, видите, прозрачный, и пробуем. Ребята, это потрясающе вкусно. Все вот это я сейчас пошкрябаю ножиком, почищу, заверну пленку и уберу в морозилку. И, честно честно, я вот такой кусок могу съесть за раз сам. Ладно, спасибо за просмотр. Буду заканчивать с разделкой этого сала и убирать его в морозилку. Всем пока.